50 военнослужащих прибыли в поселок Шубаркудук Актюбинской области для ликвидации подтопления. Там накануне произошел разлив талых вод из-за обильного снеготаяния. По данным МЧС, поток воды вышел из берегов русел арычной системы. Вода разлилась по дорогам внутри населенного пункта. Военнослужащие возводили берегоукрепительные сооружения и выгружали инертные материалы через каждые 50 метров. Всего они уложили около 1000 мешков вдоль жилого массива. Благодаря этим мерам подтопления домов удалось избежать. На данный момент вода, которая прибыла с холмов, спала на 30 сантиметров, а внутри населенного пункта вода спала на 10 сантиметров. Проводятся все необходимые работы. Данные меры предприняты в связи с возможной угрозой подтопления жилых домов населенного пункта. Задействовано 150 человек и 30 единиц техники.